Ученые Казанского федерального университета приняли участие в изучении объектов геопарка Янгантау, который в июле 2020 года был включен в список ЮНЕСКО. Это первый геопарк России, получивший мировой статус. Здесь очень много интересных объектов. Это геотермальные источники горы Янгантау, на основе которых функционирует один из лучших российских санаториев. На территории геопарка расположены уникальные пещеры, геологические разрезы, курганы, городища. Здесь обитают представители краснокнижных видов флоры и фауны. И в целом геопарк ориентирован на познавательно-просветительскую деятельность и геотуризм с привлечением бизнес-структур, ну и, что очень важно, широкого охвата местного населения. Геопарк Янгантау расположен на территории Салаватского района Республики Башкортостан. Здесь располагается более 20 геологических объектов, три из которых имеют международную значимость. В их числе и разрез Мечетлино, изучением которого занимаются сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Были задействованы сотрудники кафедр, студенты, магистранты и аспиранты института. Этот разрез содержит богатый комплекс окаменелостей, позвоночных, беспозвоночных растений, которые вот позволяют получить представление о раннеперском этапе истории нашей планеты. Исследование разреза Мечетлино учеными Казанского федерального университета было начато еще в 2015 году после проведения в ВУЗе Международного геологического конгресса по карбону и перми. В рамках конгресса геологи КФУ организовали полевую экскурсию на разрезы Южного Урала, в том числе и Мечетлино. По итогам конгресса было решено продолжить исследование, а в 2016 году совместно со специалистами из других вузов страны ученые КФУ выиграли грант РФФИ на исследование Мечетлино. Международной комиссии по стратиграфии проводятся работы по установлению эталонных разрезов границ ярусов международной стратиграфической шкалы. Такие эталоны получили название «золотых гвоздей». Тут, выполнив комплексное исследование данного разреза, мы показали, что он обладает очень большими преимуществами перед другими зарубежными конкурентами, которые также претендуют на статус золотого гвоздя Кунгурского яруса Перми. А то, что он был включен в состав геопарка, позволило нам вот выполнить благоустройство территории. Диана Жленкова, Универньюз.